Завтра в 7 часов утра мы раскроем вам секрет приготовления вкуснейшего вишневого пирога. Начнем утро вкусно. Вы узнаете о разнице соков и нектаров и больше не будете стоять у полок магазина в раздумьях, что же лучше. Екатерина Орлова расскажет все про шарфы. Как же попал этот предмет гардероба к нам, а затем и в гардероб мужчин. Подскажем, стоит ли переплачивать за кремы или нет разницы в качестве брендовых и обычных тюбиков. И это далеко не весь список наших сюжетов. Просыпайтесь в 7 утра в четверг в компании Первого Приднестровского. Будет вам счастье.